Дорогие наши братья белорусы, в этом году исполняется 25 лет с даты подписания соглашения о сотрудничестве между нашими двумя государствами. Но, тем не менее, наша дружба между нашими народами проверена не только 25 этими годами, но и многими-многими веками. Поэтому сегодня я от имени города-побратима Бобруйска, Костромы поздравляю всех белорусов, жителей города Бобруйска с нашим общим праздником, праздником дружбы между нашими народами. Мы живем в непростое время, и в это время конкуренции, наши политические, экономические конкуренты вряд ли нам будут давать справедливую оценку нашим трудам, деятельности. Чаще всего наши успехи вызывают раздражение, злость, зависть. И поэтому мы с вами видим подобные реакции, которые звучат в наш адрес. Но благодаря нашей дружбе мы с вами добиваемся успехов в развитии, социальном, экономическом развитии, помощи другим государствам и странам, которые нуждаются в поддержке. Поэтому я хочу вам пожелать успехов, удовлетворения результатами своих дел, чтобы наши дети, внуки хранили славные традиции, которые мы с вами взяли и сберегаем от наших отцов и дедов. Поэтому я желаю вам мира, успехов, здоровья, благополучия, в том числе и в борьбе с коронавирусом, который сегодня по-прежнему еще бушует по планете. Но благодаря все же нашим активным действиям, и здесь, я думаю, мы с вами наведем порядок. Счастья, благополучия вам и вашим семьям.